Я не буду ничего говорить, я потом напишу текст, когда соберусь с мыслями. А здесь все стихи посвящены матери, и это местный поэт. И сделана целая стена, и стихи на русском языке, и это я так понимаю, что на местном, я не буду врать, не скажу какой, потому что Кабардино-Балкария, я не знаю, какой есть язык, кабардинский, балкарский, чегемец, вот. Я вновь в моем чегеме с друзьями давних лет, но одного меж теми друзьями друга нет. Он жил со всеми вместе, и радость знал, и боль, и добывал по чести трудом, и мед, и соль. Навек осталось, потом свой голод утоля, верна его заботам чегемская земля. С чистой и мудрой душой, с дороги каменистой смотрел он в мир большой. И что бы ни случилось, своею волей жил, не думая про милость, лишь истине служил. И прогонял усталость глотком из родника. Судьба его осталась живущим на века. Его дела и слова в живых живут досель. Как нового основа и будущего цель, и солнце жизни светит, и мир несокрушим. Все вынесем на свете, не слышится свершим. Очень красиво.